Всем привет! Сегодня день 4. День 3 или 4, какой? Я запутал. Но. Короче, мы приехали на остров Сент-Томас. Это здоровенный остров, здесь проживает 75 тысяч человек. Это, кстати, то самое легендарное. Это, кстати, то самое легендарное место, которое постоянно фоткают в интернете и выкладывают, где самолет садится прямо над пляжем. Знаете, прям вот брюхо летит и буквально задевает тебя. Вот, мы сегодня хотим посетить это место. Сейчас пойдем найдем такси и съездим на этот пляж. Что сказать? Мы просто обалдеваем. Мы первый раз видим свой лайнер так близко. В таком большом масштабе. Вот прям вот просто очень огромный, очень красивый лайнер. Мы сейчас позавтракали. У нас появился Wi-Fi. Мы в восторге от этого. Еле-еле вытащили себя с корабля на остров. Вот, сейчас будет куча фотографий. Куча новых эмоций. Мы сегодня обещали друг другу ничего не есть целый день на острове, дабы растрясти свой желудок. Вот. Собственно, посмотрите на остров. В интернете? Жми корабль. Коки, Меган, Карл Эдвард, куда едем? Сейчас едем, да, с чуваком в крутой шляпе. С острова? Пойдем. А потом в город поедем, да? Мы сели в машину и едем до легендарного пляжа Эверли Бич. Он называется место, где садятся самолеты. Сейчас едем по городу Святого Томаса. Это Виргинские острова. В ближайшее время приедем и покажем вам, что там происходит. У меня Wi-Fi и Instagram, я не могу ничего с собой поделать. Да, чувствую себя ущербно, но тем не менее, все равно ничего с собой поделать не могу. На этом месте они приземляются в определенное время. А у них дождь, походу, какой-то. А где они? Вот. А я их никому не отдавала. А что написано? $4. Не, за пляж. Это, короче, вообще на территории. Вон, видишь, забор. Уже мы за него заехали и билеты. Понятно. And those of you who are here for the first time, welcome to Meganesville, my dear friends. Куда ты приехал? Я еще пока что не понимаю. А ты как снимаешь? Офигенно снимается. Блядь. А ты когда бы это понял?
когда ты мне сказала. Ну отсвечивает, я ни хера не вижу. Меня зовут Джонни Ноксвилл, и мы покупаем сегодня два пива за 5 баксов. Давай. Все нормально у вас? Крузян вон, Ром. А может так пив? Нет. А? Давай приходим, изучим. А вот он, крузан. А сколько он стоит? Это крузан, да? Да. Ну вот. Sorry. Давай наберем бутылку, это самое. Только посмотрите, тут написано ванильное, клубничный, лимонный, ананасовый. Вот еще какой-то есть. Черный ром. Duty free, смотри. Excuse me, how much? How much? 40. 14. 14. 14, что? Она говорит, что это из Англии. А what is the best? Out of them is good. Out of them is good flavor. Black rum. I like black. Black rum. Нет, 21 градус. А black rum, посмотри, сколько. Вот. 40. Ну вот его и бери. А это 21. Бери черный ром, ты что, две бутылки бери, да? Вот белого один. Да белый, Миш, чем черный ром, он 7-летний, белый 3-летний или 5-летний. А черный он самый крепкий. Ну вот такой возьмем, короче, сейчас бутылки все перельем, бля, и все. Вот это для коктейлей. Если вы так сейчас попрётесь, у вас будет куча бутылок, вас спалят. Где спалят? Ну там, на этой. Так мы перельем бутылки в обычные. Ну я How much? Сейчас прикалывай, пару баксов. How much for this? Look, how much for this? Куда мы портал жару? Сколько здесь мы взяли, Миш? 1.5 литра у нас, а рома здесь сколько? 43. Сколько бутылки? 1 литр? Yes. Это с литр? Yeah. It's the big one. Литр, а здесь 1.5, да? Нам еще нужно, значит, еще одну бутылку. Или возьми чай еще один, там, Миш. Что такое? Мороженка. Смотри, какая с печенькой. Круто. Все, Миш, 2 литра мы взяли, да, получается? 2 этого. Ну все, отлично. Не, у нас 600 этого, то есть это 600 миллилитров. 6 на 4, 2 400, а здесь у нас 3 литра. Ну, 6 лишних. Окей, how much? 42.99. Мы только что отхватили ром, называется. Круизян. Куризан. Курица, короче. Короче, ром мы купили на 2 бутылки. Я думаю, нам хватит надолго. На недельку, по крайней мере, на корабле точно. А как ты его хочешь проносить? Они досматривают сумки, их в рентген. Да, кстати, приходят на корабль, они просвечивают все сумки и вытаскивают алкоголь. Поэтому придется в руках нести. Потому что это зона duty free. Не, придется взять, да, перелить в чайные бутылки и носить их с собой. Как чай. Если сберут, будет обидно. А теперь посмотрите туда, какой там вид. Настя, а ты расскажи, как ты удачно поохотилась? Я так шутила, очень вкусное мороженое. Опять пройду. Опять пройду, у тебя все пройду. Да я не виновата. Слушай, а в эту церковь не хотите сходить, Миш? Пойдем, зайдем, посмотрим, что там. Оттуда безумные фотки будут, пошли. Миша, можно вовнутрь зайти, пойдем. Пойдем глянем. Реально форт старый какой-то такой, да? От пиратов защищал. И реально здесь Карибского моря пираты снимали? Похоже? Нет. Миш, ну как тебе? Майами, мама. Я чувствую султан трех кораблей. Приехать себе в Англию, блядь. Thank you.
А я снял, я это снял. Серьезно? Миша, сними лодку внутри, смотри, какая крутая. Пошла она на рынок. Да. Тебе вообще опасно куда-то ходить, бля. Так, я, короче, на рынок пошла, такая голая. Прикольно. Карта. А where is grill house bar? Two blocks down on your right. Just keep walking. Thank you. Сейчас у нее пиво закрасило. Блин, так страшно. Пират, да? Пират, Миш? Мне кажется, он тебя заколдовал. Там на России есть огромное море, которого нет сейчас. Нет. Там помечены рыбы, животные, леса, знаешь, они зарисованы прикольно. Куда мы идем? Мы не знаем. Что, ланч? 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 Да? Are we getting lunch? Maybe. Don't snap me. Давай зайдем. Прикинь, это не торговый центр. Hi. Pirate's $25. He's made in Thailand. Красивый, да? Сумки наши, как мы раньше носили.
That one is glass, it's old world Christmas. Гуляем по маленьким улочкам. С красным носом. А это новинка, это только-только появилось. Есть еще Джек Дэниелс, Хани тоже, новый ром. Ой, новый Джек. Сигары пойдем посмотрим. А он сколько такие стоят? Прикольно, да? Можно ужаться вообще. Пуншку вот это Что ты делаешь? Я не знаю. За что меня подписали эти парни? Мне нет 18, поэтому я не могу. Хорошо. Это пахнет офигенно. Куда ты, Настя, столько налила? Много налила. Ты хоть раз видела, чтобы столько было? Еще. Мы же хотим сделать, что у нас не... Ребята, он пахнет большой. Пробку другую поменять. Настя. Во-первых, пробку другую, во-вторых, ну куда ты столько налила, ну это же писец. А что такое? Переливай другую бутылку. Мотор нас снимает, мотор, блядь. Да накрут вас, блядь, снимает. Ай, залито мотор сейчас, так конкретно. Ну ты стоял, слушай. Ну ты посмотри, какой звук. Он реально стоял, слушай, за что. Что, когда пойдем-то? Ты слышишь, как мотор работает? Саша, у тебя жужжит мозг. Нет, да? Как будто Терминатор 2 сейчас будет. Видишь? Сними, сними, где вы? Принцесс! Говори тебе принцесс! Окей. Да, туристы уезжают, тут, наверное, такая тишина в городе настает. Говори тебе принцесс! 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 Эй, what's up? Я Виви. Принцесс! Говори принцесс! Я на тебя гнев не выпустил. Каждому что-то ответил, блядь. Даш! Всем любви гыни. Принцесс! Alright. Принцесс! Принцесс! Бой принцесс! Alright. Бой принцесс! Принцесс! У нас сейчас 2 дня море будет? Да? 2 дня? Careful! Бой принцесс! Alright. Принцесс! Он как будто бы гуляет по этой улочке, знаешь, так он идет и шел. Yeah.
скажешь, как тебе отплытие? Круто очень. От острова. Впечатлило такое тебя зрелище? Шикарно. Чем тебе понравилось особенно? Гористая местность, бирюзовая вода. Очень красивая трава. Намного красивее Багам. Багамы отдыхают, да? Как ни странно, да. И интересно. Всего лишь разрекламированное слово. Да, Виргинские острова – это круто. Еще, наверное, круто тем, что там есть Wi-Fi, да? Вот так вот Саша провожает Виргинские острова, сидя на корме огромного 20-этажного лайнера, наблюдая за островом, который скоро уже будет практически не виден. Right.